Всем привет! Это у нас, по-моему, 11-й эпизод прохождения за Атома. Как обычно, я сажусь играть и совершенно не помню, что я тут делал, какие у меня планы. Ниндзя, но я думаю, убийцы? Сейчас быстро все достаточно вспомню. Так, звук поправил. Что-то еще хотел сделать. Ага, совет убрать. Так, за время, прошедшее с последнего эпизода, много новостей вывалилось. Ну, в первую очередь, конечно же, я имею в виду Рим 2. Стало известно, когда он выйдет 3 сентября. Стало известно комплектации подарочного издания и стандартного издания. Да, возможно, вы обратили внимание, я сказал, не коллекционное, а именно подарочное издание. Потому что я считаю, что это все-таки подарочное издание. Потому что обычно градация как? Стандартная Джевел упаковка, игра ничего больше, стоит там, ну, от 500, там, от 300 до 600 рублей. Потом идет какая-нибудь коллекционка, либо Deluxe Edition, либо Imperial Edition, либо Limited Edition, которая стоит в районе 1000 и включает в себя, например, всякие артбуки, саундтреки и прочую фигню. И есть подарочное издание, которое обычно уже какая-то совершенно уникальная коробка со всякими фигурками, картами, фишечками и прочей фигней, и там стоимость уже несколько тысяч рублей. И в данном случае римская коллекционка, мне кажется, больше тянет на подарочное издание. Я лично пока не стал заказывать себе Рим. Так, победитель моей армии. Потому что, во-первых, я не вижу смысла делать предзаказ прямо сейчас, когда я могу его сделать 2 сентября, прямо за день до выхода игры. Это совершенно не повлияет ни на что. Для тех, кто не знает или пропустил мое предыдущее видео, кстати, можете его посмотреть, где я рассказываю конкретно о том, когда выйдет Рим, что в себя включает издание предзаказанное, обычное издание, какие DLC в него падут и так далее. Так вот, я пока не хочу заказывать. Во-первых, я надеюсь, что можно будет взять подешевле, но в основном я надеюсь на какое-нибудь все-таки коллекционное издание в стиле Сёгуна, Империи или Наполеона. Они у меня все три есть, и у меня на полочке красиво стоят. И я хотел бы продолжить собирать коллекцию и поставить туда Рим 2. Надеюсь, через Озон что-нибудь можно будет заказать или что-нибудь другое. Но если этого ничего не будет, то тогда, конечно же, я возьму себе там в конце августа, начале сентября обязательно Рим в Стиме. Но это можно сделать в любой момент. Так, пока что немножко от разговоров о Риме отвлекусь. Давайте посмотрим на компанию. Хочу сказать, что я попробовал Dart мод на Сёгун и на Империю, которая, кстати, у меня наконец-то запустилась, чему я очень рад. Dart мод — это очень круто, это очень здорово, и мне очень хочется в него играть, но, к сожалению... Во-первых, Dart мод я играю на английском, мне не хочется ставить локализацию, лишний раз мучиться с там заменами файлов, установкой и прочим. Поэтому мне каждый раз, если я хочу поиграть Dart мод, нужно Сёгун перезагрузить на английскую версию, включить Dart мод, но из-за этого, возможно, глюки, я там начал брать компанию за Симадзу, и у меня слетела численность отрядов, у меня посередине компания, она вдруг стала меньше, стала стандартной, ванильной, максимальной, там по 160-200 человек в отряде. В Dart моде там численность больше, мне нравилось играть более эпичным количеством воинов. Так, ладно. Про моды и про Рим, и про DLC я все еще поговорю. Прошло всего 3 минуты, кажется, я уже многое там рассказал. Так, армия. У меня есть даймё, который движется сюда. У меня есть военачальник, который контролит север. В принципе, все. Есть ниндзя и есть Мэтуки, который контролит эту провинцию. Немножечко я сейчас хотя бы поиграл компанию в Dart моде, повспоминал, что куда делать, какие кнопки нажимать, какие качать, ветки какие не стоят. В общем, я примерно сейчас получше сейчас должен компанию играть. Хотя там у меня все получалось попроще, там я играл на норме. Dart мод, среди всего прочего, убирает вот это вот читерство у компа, когда он непонятно откуда набирает кучу денег. И получается, что... У него тупо больше армий, чтобы вы не предпринимали. Так, на юге я воюю с Симадзу, а здесь у меня Сагара. Скажу сразу, кстати, вряд ли я буду добивать эту кампанию именно до конца, в плане того, что все 45 провинций захватил и так далее. Мне это неинтересно будет, потому что там нужно будет тупо... Там нужно будет тупо строить армию за армией, захватывать провинцию за провинцией. Это мне никогда не было интересно. Мне главное вот выполнить какую-то задачку, которую я себе поставил. И все, и на этом кампания для меня закончена. Я как бы удовлетворил свое чувство, не знаю, соперничество с компом. То есть да, можно по идее играть короткую кампанию, но мне нравится играть неторопливо, спокойно захватывать каждую провинцию. И я предпочитаю делать это в длинной кампании.
Просто мне очень хочется начать играть Dart мод и показывать его вам. Потому что, ну, компания там реально гораздо интереснее становится. Там дипломатия появляется, адекватная дипломатия. На меня я нападаю на клан Севера, который вот здесь вот расположен. Из 4 провинций, которые вы сейчас видите, отбиваю у него 3. Потом мне надоедает с ним воевать. Я прихожу, предлагаю ему мирный договор после генерального сражения. И он, понимая, что шансов у него нет, он на этот мирный договор соглашается. И это так адекватно, это так радует. Так, а если я, например, сейчас предложу Симадзу мир? Согласятся ли они? Минус 234 отношения. Говорите. О, согласятся. Итак. Еще и торговать согласились. Замечательно. Неужели адекватность появляется и в обычной компании, в ванильной? В данном случае я не против иметь провинцию как бы потенциально враждебного клана, который я рано или поздно захвачу, уничтожу. Пусть они будут здесь, я получаю деньги за торговлю. К тому же у меня будет меньше неприятностей в плане того, что кто-то на меня с тыла нападет. Это все меня вполне устраивает. Так, здесь у меня, ага, нанимаются самураи с катанами, которые, по идее, должны... Прошу прощения, которые должны составить костяк моей армии. Учитывая, что у него здесь всадники с катанами, мне, по идее, не помешает дополнительный Ярия Сигаров. А вот чем его пехоту бить? Только своей кавалерией. Ну, я вот честно скажу, я не знаю, если мы сейчас устроим генеральное сражение с этой армией, как оно закончится, в чью пользу. Это можно будет увидеть только фактически сыграв это сражение. Так, с кем у меня еще война? Противники Кикава, Цагара, Тесакаба, Такаока. Кикава. Давайте помиримся, я не хочу с вами воевать, ребята. Не хотят. Ладно, Сагара, это я сейчас хочу добить их. Тесакаба тоже не вижу смысла с ними воевать. У меня нет ближайшие там 50 ходов планов высаживаться к ним на берег. И, кстати, да, с этого эпизода я, наверное, я буду записывать все-таки покороче видео. Ну, так мне удобнее. Да и вам, я тоже думаю, все-таки удобнее. Я просто буду их почаще выкладывать. То есть я постараюсь где-то делать 1,5-2 часа прохождения в неделю. Выкладывать, записать я постараюсь его вообще как можно быстрее, чтобы спокойно начать играть в Dart мод. Если вообще у меня получится каждый вечер садиться там записывать хотя бы по часу, то тогда будет, я буду выкладывать каждый день по новой получасовой серии, вот так. Ну, не хочется сейчас опять наобещать массу всего, потом не выполнить, поэтому давайте посмотрим, что получится. Сегодня вот в понедельник 13 числа я сел, я запишу 11 и 12 эпизод. Может даже 13, если хорошо пойдет. Как у меня завтра планы на вечер, что получится, я не знаю, честно скажу. Так, возвращаясь к дипломатии, переговорам, клан Такаока я еще хочу из списка своих противников убрать. Нет. Не хотят. Ну и ладно, хрен с вами. Так, здесь я могу нанять какие-нибудь полезные войска. Здесь у города проблем с моралью нет. Если сделать вот так... Проблем с моралью по-прежнему нет. Тогда здесь я лучше буду нанимать не Сигару с Яри, а... Так, кавалерия мне нанять или самурай с катанами? В принципе, кавалерии мне нужно немного, а вот самурай с катанами... Скажем так, малым количеством кавалерии я могу нанести больше урон. В общем, дополнительный катан самурай мне нужнее, чем дополнительная кавалерия при моем стиле игры. Итак, возвращаясь к теме DLC, сегодня я, точнее, вчера, сегодня много читал ТВЦ, крупнейший форум по Total War, Total War Center, если кто не знает, но он англоязычный, читал официальный форум. Кстати, вот что надо сделать. Процесс. Вот так. Много читал о том, что игроки думают по поводу DLC, и вот меня всегда поражало, сколько негатива вываливается на любую новость по новому Total War. Что бы про него ни рассказали, все время идет: фу, это говно, это не так, раньше было лучше, щиты держат неправильно, копьями машут нереалистично. Я всегда как-то был положительно настроен на новый Total War, всегда видел в них много хорошего. Да, я не буду говорить, что я там видел исключительно хорошее, что это лучшие игры в мире, у них нет недостатков, это не так. Но... Я всегда старался оценивать адекватную игру. Если я вижу, что разработчики
делают правильные, в моем понимании, ходы, адекватные, то почему я буду говорить гадости про любимую игру, да? То есть они, с одной стороны, делают много провинций, там, в Риме, кто, во втором, кто не знает, будет 187 регионов, не провинций, а регионов, то есть там будет 57 провинций, а каждая провинция состоит из нескольких регионов, этих регионов, по-моему, будет 187, ну, порядок, я вам правильно говорю, там, точность цифры не ручаюсь, там, может, 188, 177, вот так. И там будет, по-моему, реализован частичный захват провинции по кусочкам, но как бы подсчет количества захваченных провинций будет идти по столицам и так далее и тому подобное. В общем, очень здравый подход. Как бы они не уменьшают количество провинций, как было сделано в империи. Никого толком убить не могу. Давайте попробуем диверсию здесь. То есть они уменьшают количество провинций, делая проще макроконтроль. Не так, что у вас 300 провинций под контролем, да вы просто закопаетесь их каждый раз там что-то строить, развивать и так далее. То есть провинций у вас меньше, но в то же время возможностей для контроля их больше. Если вы захотите глубины, вы ее получите. Вы сможете там и частично по кусочкам управлять каждой провинцией, и целиком, и в общем. Ну, нравится мне этот их подход. Нравится мне, что они делают фракции, опять-таки, их не так много, как кто-то может там говорить, хотелось 30 фракций, да, но мне больше хотелось бы видеть 8 принципиально разных фракций, там, Рим, Карфаген, Египет, там, прочие македонцы. Все это должно быть действительно очень разным, а не так, как в Сёгуне. Да, у нас есть тут сколько фракций, но все они очень-очень похожи друг на друга, будем говорить откровенно. Так, рынок, земля, сданная в аренду, которую, кстати, я сожалею, что построил, надо бы ее снести. Здесь есть додел лучников. Додел лучников, серьезно. Ну ладно, пусть стоит трактир. Я еще вернусь к теме про Рим. Но пока. Так, школа мечников есть здесь. Школа мечников есть здесь. Здесь еще есть конюшни. Поэтому вот здесь у меня донаймется мой катана-самурай и... закончу я с наймом этих отрядов и разрушу там школу мечников, построю, наверное, Яри, чтобы у меня можно было нанимать конников с Яри. Это самый полезный для меня сейчас отряд будет. Так, а здесь армию как минимум степа и лучниками я хочу вывести на подмогу своей основной армии на севере. А здесь оставлю вот этот блок как контроль армии Симадзе. Теперь мне нужно было разобраться, как кратчайшим путем подойти к провинции Хиго, потому что, понятно, моя следующая цель — это Хиго. Так, продолжая тему Рима. Вот многие посмотрели видео битвы в Тавтобокском лесу, да, и народ хает анимацию, типа, фу, там говно, вот это нереалистично. Во-первых, не забывайте, если нам показали эту битву, значит, там был какой-то стабильный билд, который не вылетал достаточное время, чтобы записать это видео. Если видео нам показали, допустим, в конце апреля, значит, наверняка этот билд там февральский, а то январский, это вообще декабрьский. Потому что самый свежий билд, который у них там на тот момент был, я не думаю, что он был настолько отработан, что можно было с него прям записывать геймплейные видео. Возможно, что вообще это была сделана отдельная демка, отдельная карта, вот отдельно именно эти отряды они доработали до конца, чтобы хоть что-то нам показать. Потому что... ну, потому что это так, я не знаю, сейчас не хочется вдаваться в долгие объяснения какие-то, там, приводить примеры с ТВЦ. Это реально очень-очень долго надо рассказывать. Что я хочу сказать? Нет смысла именно обращать внимание на то, как быстро легионеры бегают, как то, что там у них анимация не до конца доработана. Все это будет исправлено, 100% будет исправлено. Вот народ там ругается, что слишком быстро все сделано, да, очень быстро легионеры вырезают варвар. Во-первых, это все-таки элитные римские легионеры против легкой пехоты варваров с берсерками. Это они, по-моему, там так и не столкнулись в видео. А во-вторых, именно цель этого видео была не показать нам длительное часовое историческое сражение, где там можно и так сыграть, и так сыграть, и так сыграть. И где ты 30 раз сдохнешь перед тем, как один раз его пройти. А именно показать нам атмосферу, суть игры. То есть дать нам представление о том, что нас ждет. И с этой задачей, я считаю, видео справилось просто на ура. С DLC та же самая фигня. Только благодаря Steam мы можем получить на старте сразу 4 дополнительных фракции, ну, фактически бесплатно, только сделав предзаказ, да? А ведь за предзаказ вы не платите больше денег, чем вы заплатите за игру после релиза. По сути, сейчас игра, ну, опять-таки, основываясь на комментариях на ТВЦ, на официальном форуме, по сути,
игра уже content ready, как это называется. Ну, точно формулировку не помню. То есть суть в том, что в нее уже новый контент, новое содержимое не добавляют. Они сейчас вылавливают все баги, все настраивают, оптимизируют и так далее, чтобы к сентябрю игра уже была готова к массовому использованию, так сказать. Так, замечников удалить. Здесь я строю для копейщиков. И по сути сейчас у них есть возможность сделать какие-то маленькие дополнения в игру, именно там новую фракцию, новые юниты и прочее, и добавить это в цифровом виде через Steam. То есть им не нужно будет... Они смогут это сделать, допустим, в августе, дополировать все детальки. В августе уже залить на серваки Steam и дописать код так, чтобы она добавилась в игру автоматом в сентябре. Только благодаря Steam мы можем получить это, ну, либо другому сервису цифровой загрузки. А если бы игра распространялась только через там дисковые копии, да, то этого бы мы не увидели. И, скорее всего, даже те наработки, которые сейчас они бы успели сделать, им бы пришлось придерживать до первого большого глобального аддона, который бы назывался там тот же Barbarian Invasion или там восточные фракции, те же селевкиды, которых вот на сети сейчас у меня разговор идет. Ну, не у меня, а просто обсуждение идет. То есть человек говорит, что из крупных фракций того периода не хватает, например, империи селевкида, да. Я просто историю того периода не очень хорошо знаю, и я говорил, что вроде как все основные фракции там есть, да. Мне говорят, нет, нифига, селевкидов, которые на тот момент действительно были крупные и сильные фракции, в игре нет. И да, там спустя 200 лет к расцвету Римской империи селевкиды были уже не те, уже не то. Но именно на начало старта, на начало кампании, там, по-моему, Первая Пуническая война, селевкидов нет. И это пропуск. И народ говорит, что наверняка это будет одно из первых платных DLC. Я считаю, что лучше мы будем получать несколько маленьких, небольших DLC, там, по ходу первых нескольких месяцев игры, чем ждать год-полтора до первого большого аддона, как было раньше Total War. Там, Mongol Invasion, Barbarian Invasion, Kingdoms и так далее. Я вообще считаю, что DLC эта штука нормальная, когда она сделана правильно, а не как там с Mass Effect, где реально вырезали куски игры. Ну, создавалось, по крайней мере, очень сильное ощущение, что эти куски игры вырезали. Так, что-то я заболтался, совсем летаю. Летаю по карте и ничего не делаю. Кстати, получил я партнерку на YouTube. Для вас это выразится в двух хороших новостях. Во-первых, у меня появляется прямая материальная заинтересованность в том, чтобы публиковать как можно больше видео. Да, теперь на моих видео появится реклама, но я думаю, вам не трудно нажать крестик и закрыть эту рекламу через 5 секунд. Но зато у меня сейчас есть действительно дополнительная мотивация, помимо просто удовольствия, потому что мне действительно нравится записывать видео, там общаться со зрителями. Но какой-то там мизерный доход это начнет мне приносить, там закрыть, не знаю, счет за интернет, да, на сотовый телефон. И вот это у меня выше крыши. Поэтому у меня будет больше желания постить новые видео. Плюс у меня появилась возможность делать стримы именно на YouTube. Не на Twitch, а на YouTube. Естественно, что вам, подписчикам, которых уже, кстати, набирается около 900, я надеюсь, к лету... Ну, к лету-то вряд ли, но, например, к 1 июля... Ну, не знаю, но, в общем, 1000 подписчиков до осени-то я точно рассчитываю получить. Это было бы очень здорово, такой большой рубеж. По сути, я помню, у меня года полтора назад я очень сильно радовался, когда 100 подписчиков было. И мне один знакомый там с ником Prussian Prince, может, кто его знает, посмотрит его видео, говорил, типа, у тебя так много, достаточно много просмотров, но очень мало подписчиков. Сейчас получается наоборот, у меня уже достаточно большое количество подписчиков для такого канала, но не очень много просмотров. Так вот, стримы на YouTube тоже делать мне удобно, потому что они автоматически запишутся на мой канал, дополнительное количество просмотров будет накручиваться. Ну, не обращайте внимания на фразу «накручиваться», в том смысле, что когда я вижу, что у меня много просмотров, много подписчиков, естественно, мне хочется делать больше видео. Это меня мотивирует. И когда я вижу, например, что видео начинает зарабатывать больше лайков, это тоже мне нравится, тоже вижу. Сразу мне хочется что-нибудь новое записать. Поэтому, если хотите, чтобы было больше видео, не пленитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. Это всегда приятно. Да, судя по всему, тема этого выпуска станет именно Рим 2 в разрезе DLC. Ну и вообще. Давайте вот в комментариях, например, обсудим, что вы думаете по поводу DLC в общем и DLC для Total War, и особенно для Rim 2 в частности. Я уже сказал, что я хочу какое-нибудь более-менее редкое издание второго Рима, но желательно хардкопию, чтобы поставить на полочку. Но если этого у нас локализатор наш не предоставит, то тогда я буду вынужден взять обычную копию в Steam. Я не буду заказывать через британского ритейлера коллекционное издание, все-таки оно уж чересчур дорогое, и не вижу я смысла в этих фишечках и осадном анагре.
Баксов за 100 его еще можно было бы взять, я считаю, но не больше. К сожалению, потихоньку моя армия сюда подходит. Здесь у нас что? Моралька уже 3. Кстати, я узнал про одну фишечку при управлении армией, которую я очень хочу опробовать. Конюшни есть. Дадзё копейщиков есть. Скаломесников, дадзё лучников, рынок. Часовня. Мне, да, мне хочется построить часовню, чтобы использовать религию, один из козырей Атома. Но... Так, а вот это вот здание... Ага, оно влияет на Мэцуки, поэтому у меня здесь должно быть здание для Мэцуки, все правильно. А здесь Хидзэни, в принципе, почему бы и нет, давайте построим часовню. Мне пригодится и дополнительный агент, и дополнительные плюшки от морали. Тогда я ниндзя переведу на юг, будет он контролить клан Симадзу. А мой Мэцуки... Нет, это не мой Мэцуки. Это не мой Мэцуки. Так. Ускорение освоения всех знаний и дополнительный опыт Мэцуки. Плюс дополнительный доход. Вот это мне больше нравится, поэтому я это здесь построю, а на следующий ход, наверное, найму Мэцуки. Еще дополнительный плюс от того, что видео будут более короткими. Все-таки их, наверное, будут смотреть чаще до конца. Я вот по себе скажу, что вряд ли, редко когда я видео больше 10 минут на YouTube смотрю до конца. Мне надоедает, это должно быть что-то действительно крутое. Поэтому я постараюсь больше получаса видео не записывать. То есть их будут досмотреть до конца, и проще будет делать какую-то тематику для каждого эпизода. То есть сегодня, например, тематика — это DLC в целом и DLC для Рима. Там, следующий выпуск тематика будет уже фракции римские, за какую вы первую будете играть. Там, предыдущие выпуски были, что понравилось, например, в ролике по Тевтобургу и так далее, и тому подобное. Так, что у меня тут уже есть? Барона, даймё. Тёсакабы по-прежнему со мной воюют. Так, это по-прежнему не хотят со мной торговать. Нет, теперь хотят. Fuck yeah. Хаттори не хотят торговать. Есть. Все замечательно. Что я там с торговли получаю? С торговли я получаю 829 монет. Копейки. Ну, потому что все-таки... Или нет? Это моя столица? Какая у меня столица? Бунга, что ли? Трудыни Бунга, да. А тут у меня как бы закрыто... Закрыт порт, и денег я от торговли не получаю. Ну да. Кстати, поиграл я вот оригинальную кампанию. И, честно говоря, морские битвы мне так не понравились вообще. Они такие медленные, такие нудные. Может быть, это только на мой вкус они такие, но, блин. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Угу. Так, ладно, даймё. Плюс. Плюс. 2 Ярясигару отправляются в Асуми. А из Бунга. Из Бунга. 2 самурая отправляются в мою основную армию. Кстати, их надо было отправить туда давно, но я забыл это сделать. Сейчас я побыстрее несколько ходов промотаю. Все-таки хочется мне уже с этой провинцией разобраться. Потом, возможно, вынести Симадзу, либо оставить их тут как ручного зверька на своем острове. И потом уже решать вопросы. Так, Мэцуки прокачался. Это замечательно. Военная мудрость, либо грамотное управление. Давайте-ка сейчас все-таки мне немножко хочется развить военное дело. И, собственно, надо начать этим заниматься. Вот это я сделаю. Наш нить обнаружен. Постройка окончена. В Хидзэне постройка окончена. Поэтому давайте что-нибудь новенькое там построим. Ага, тут мы в первую очередь построим новенькое. Это проповедник. Проповедник вам мне пригодится. Здесь у меня построится магистрат, после чего я буду нанимать Мэцуки. Так, это можно раздисбандить. Дисбанд.
Получается, что я всех разогнал. Так, что у меня с религией? Христианство в Хидзене нормально, Цукуси христианство нормально, Бонзен христианство. Христианство, христианство, христианство. Замечательно. Значит, проповедника можно отправить, в принципе, уже сюда, в Хьюго. А Сагара это христиане или нет? Сагара. Да, это христианство тоже. Значит, у меня не будет проблем с борьбой с религией. Это радует. Так, сюда. Вы сюда. Вы все-таки блокируете мост. Да, я теперь помню, что нужно вставать прямо на мост. Тогда проблем не будет. Так, здесь построится магистрат. Здесь. У меня будут лучники наниматься. Здесь у меня будут наниматься мэцуки. Здесь у меня нанимаются кавалерия и яри. Здесь у меня нанимаются катаны. Мне хочется все-таки сделать не так, что одна провинция, где нанимаются все войска, да? А более-менее разбросано по империи и есть специализация. Но я планирую в будущем вот эту провинцию сделать специализацией пехотной. Здесь будет Надзёна Геннадия, Надата и, наверное, стрельбище я уберу. Поэтому здесь временно вот специализация школы мечников и дополнительные здания я строить не буду. Я, наверное, займусь тем, что в этой провинции построю дороги. Они мне еще очень пригодятся, учитывая, как сильно зависает отряд, особенно проходя через этот лесок. Хотя, в принципе, постройка дорог на этом лесу не скажется, но все равно вот это вот расстояние проходить придется. Можно, например, здесь было бы заняться развитием дорог, если бы они уже не были развиты. Так, ладно, давайте я на этом сегодняшний эпизод закончу. Как я уже сказал, лучше я запишу несколько коротких и буду укладывать их чаще. Тогда не будет такого, что огромные паузы. Это и мне как-то не очень нравится. И вам наверняка тоже хотелось бы более равномерно получать более короткие видео. Их проще посмотреть. На этом на сегодня все. Напоминаю, тема для обсуждения в комментариях этого видео. Я предлагаю это поговорить о DLC. Что вы о них думаете? Нравится вам, не нравится, почему нравится, почему не нравится, какие DLC, например, для серии Total War вы покупали или не покупали, почему не покупали, в общем, пишите свое мнение на этот вопрос, мне хотелось бы это узнать. Ну, а на этом на сегодня все, следите за всеми объявлениями на Сечи, на Бесте, потому что сейчас будет просто вал новой информации по Риму, особенно вот на Сечи его будет много, потому что все-таки пока что нам рассказывают про кампанию, но я надеюсь, что летом разработчики и по мультиплееру что-то нам будут показывать и рассказывать. Поэтому оставайтесь на связи. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.